Каждый год мы проводим турнир памяти Володи Куликова. Ну и каждый год это соревнование, этот мемориал проходит, ну, как бы под девизом, чтобы помнили. Для нас это, конечно, память о друге. Тут все составляющие для того, чтобы просто брать пример. Хочется, чтобы подрастающее поколение видело удавшихся, состоявшихся в жизни людей, на которых они должны равняться. Немножко душу поднять, немножко силу поднять, немного чувства показать и получить адреналин. Чемпион России по самбо среди студентов.